Слово восьмое. Прошло пост иудейский, а вернее сказать, пьянство иудейское. Можно ведь и без вина упиваться. Можно и в трезвом состоянии быть пьяным и неистовствовать от упоения. Если бы нельзя было упиваться без вина, то пророк и не сказал бы горе упивающимся не вином. Исаия 29.9. Если бы нельзя было упиваться без вина, Павел не сказал бы не упивайтесь вином. Ефесянам 5.18. Так как можно упиваться и иным чем-то, поэтому он и сказал, не упивайтесь вином. Может, действительно, можно упиваться и гневом, и нечистотою похоти, и сребролюбием, и тщеславием, и бесчисленным множеством других страстей. Ибо упоение есть не иное что, как потеря здравых понятий, умоиступление, расстройство душевного здоровья. Итак, не только о том, кто выпил много вина, но и о том, кто питает в душе другую страсть. Можно сказать, что она сильна, он сильно опьянен. Опьянен, например, тот, кто любит чужую жену и живет с блудницами. Как выпивший много вина и обессиленный им, произносит неприличные слова и видит одно вместо другого, так и объятый нечистой похотью, как бы вином каким, не произносит ни одного здравого слова, а говорит только срамные, развратные, низкие и смеха достойные слова. И видит одно вместо другого. Слеп ко всему, что перед глазами, а везде только и видит ту, которая питает страсть. И подобно помешанному и безумному, в собраниях и на пиршествах, во всякое время и на всяком месте, о чем бы кто ни говорил ему, не слышит, кажется, ничего. Но о ней только и думает, о грехе только и мечтает. Все подозревает, всего боится. И ничем не лучше какого-нибудь животного, пораженного стрелою. Опьянен, также и одержимый гневом. У него и лицо раздувается, и голос делается хриплым, и глаза наполняются кровью, и ум помрачается, и смысл теряется, и язык трясется, и взор блуждает, и уши слышат одно вместо другого. Потому что гнев сильнее всякого вина ударяет в мозг, и производит в нем бурю и неукротимое волнение. Если же опьянен всякий одержимый похотью и гневом, тем более опьянен и безумен человек нечестивый, оскорбляющий Бога, противящийся его законам и никак не хотящий оставить это неразумное упорство. Он хуже и неистовых, и умоиступленных, хотя сам, кажется, и не чувствует этого. Опьянение особенно и свойственно то, что человек, поступая бесчинно, нисколько не чувствует этого, так как и несчастье сумасшествия заключается особенно в том, что больные не сознают даже и того, что они больны. Так и иудеи, пьянство теперь, не чувствуют этого. Итак, их пост, позорнейший всякого пьянства, прошел. Но мы, однако же, не прекратим попечения о наших братьях. И не будем думать, будто не время уже заботиться о них. Но поступим, как поступают воины. По окончании сражения, обратив врагов в бегство, они, возвращаясь от преследования, не тотчас бегут в палатки, но наперед идут на место сражения. Отбирают падших своих товарищей и умерших зарывают в землю. А если кого найдут между трупами еще дышащим и не убитым до смерти, того, подняв, уносят в палатки со всей бережливостью, извлекают из него стрелы и, позвав врачей и отерев кровь, дают ему лекарства и, употребив все другие пособия, возвращают ему здоровье. Так и мы, как уже прогнали по милости Божией иудеев, вооружив против них пророков, теперь, возвращаясь, посмотрим во все стороны, не пал ли кто из наших братьев, не увлекся ли кто этим постом, не участвовал ли кто в празднике иудейском. Погребение-то не предадим никого, а всех поднимем и вылечим. На внешних сражениях воин, который раз пал и отдал душу, не может уже восстать и возвратиться к жизни. А на этой войне и брани, хотя кто и получит смертельную рану, мы можем, если захотим при содействии благодати Божией, возвратить его к жизни. Здесь смерть не по природе, как там, но по свободе и произволению. А умершую волю можно воскресить. Мертвую душу можно заставить возвратиться к своей жизни и познать своего Господа. 733. Не поленимся же, братья, не ослабеем, не потеряем бодрости. Никто не говорит мне таких слов, что надобно где было предостеречь и сделать все еще до поста иудейского. А теперь, как пост уже окончился, как грех сделан, как беззаконие совершено, какая будет польза от вразумления? К
кто знает, что такое попечение о братьях, тот знает и то, что теперь-то особенно и должно позаботиться и показать все усердие. Должно не только предостерегать прежде греха, но и после падения подать руку. Если бы и Бог изначально поступал так, если бы, то есть, предостерегал только прежде греха, а после греха отвергал человека и оставлял навсегда лежать в падении, в таком случае никто из нас не спасся бы никогда. Но Он человеколюбивый и милостивый, и более всего желающий нашего спасения, не делает этого. Но и после грехов наших показывает о нас великое попечение. Так Он и Адама предостерег еще до греха и сказал ему: «От всякого дерева, которое в раю, можешь есть, а дерево же добра и зла от него не ешь, ибо в день, в который вкусишь, смертью умрешь». Вот Бог предостерегал и легкостью закона, и обилием дозволенных плодов, и строгостью угрожаемого наказания, и скоростью его последования. Ибо не сказал спустя один, или два, или три дня, но в тот самый день, в день, в который вкусишь, смертью умрешь. И всяким способом, каким только надлежало предостеречь человека. Однако же, когда человек и после такого попечения, научения, вразумления и облагодетельствования пал и не послушал повеления, Бог не сказал, чего еще ожидать больше добра, какой пользы. Человек вкусил, пал, приступил закон, поверил дьяволу, не почтил моей заповеди, получил удар, сделался мертвым, предался смерти, подпал осуждению. К чему еще говорить с ним? Ничего такого не сказал он. Напротив, тотчас пришел к нему, беседовал с ним, утешал его и дал ему еще врачевство, труд и пот, и дотоле не переставал употреблять все меры и средства, пока восстановил падшую природу, освободил от смерти, возвел на небо и дал ей благо большее потерянных, самым делом показав дьяволу, что он ничего не выиграл своим наветом. Напротив, изгнав людей из рая, увидеть их спустя немного на небе вместе с ангелами. Так же Бог поступил и с Каином, и его остерегал и вразумлял еще до греха, говоря: «К тебе обращение его греха, но ты господствуй над ним. Смотри, сколько премудрости и разума. Ты боишься, говорит Бог, чтобы брат твой, мною почтенный, не отнял у тебя преимущество, принадлежащего первородным, чтобы не похитил принадлежащего тебе первенство, ибо первородным надлежало пользоваться большей честью, нежели родившимся после них. Будь благонадежен, не бойся и не беспокойся об этом». То есть оставайся при чести первородного, будь брату прибежищем, покровом и защитою, обладай господством над ним, только не вдайся в убийство, не дойди до беззаконного поражения брата. Однако же Каин и после этого не послушал и не успокоился, но совершил гнусное то убийство и погрузил правую руку свою в братнюю выю. Что же? Сказал ли Бог: «Оставим его, наконец, какого еще ожидать добра? Он совершил убийство, умертвил брата, пренебрег моим вразумлением, дерзнул на неисправимое и непростительное смертоубийство, после того, как столько пользовался таким попечением, наставлением и увещанием. Все это выбросил из ума, ни на что не обратил внимания. Так пусть же будет он, наконец, оставлен и брошен, и не удостоится никакого с моей стороны попечения». Ничего такого Бог не сказал, не сделал. Напротив, еще приходит к нему в другой раз, исправляет этого человека и говорит: «Где Авель, брат твой?» Не оставляет его тогда, как он отрекается, напротив, доводит его и против воли, до сознания в преступлении. И когда Каин ответил: «Не знаю», сказал Бог: «Голос крови брата твоего пьет ко мне. Самое дело, говорит, возвещает о смертоубийстве. Что же, Каин? Велика вина моя. Если изгонишь меня от земли, от лица твоего, куда я скроюсь? Это значит, я согрешил так тяжко, что не заслуживаю извинения, ни прощения, ни оставления вины. Но если бы ты захотел отомстить мне за содеянное, то я, лишенный твоей защиты, да буду подлежать всем желающим убить меня. Что же, Бог? Не так. Но всякий, убивший Каина, семь раз ему отомстится. Не бойся этого, говорит, ты будешь долго жить.
и кто убьет тебя, тот подвергнется многим наказаниям. Число 7 в Писании означает неопределенное множество. Так как Каин обречен был многим наказанием, беспокойству, трясению, стенанием, унынию и расслаблению тела, то умертвивший тебя, Каина, говорит Бог, и освободивший от этих наказаний, сам навлечет на себя казнь. Слова эти кажутся тяжкими и невыносимыми, однако же показывают великую попечительность. Желая вразумить потомков, Бог изобрел такой способ наказания, который мог и самого Каина очистить от греха. Если бы он тотчас умертвил Каина, этот умер бы, скрыв свой грех, и не был бы известен потомкам. Но теперь, оставленный жить долгое время в трясении том, он сделался учителем для всех, с кем не встречался, самым видом своим и трясением тела убеждал всех не покушаться на подобные дела, чтобы не потерпеть таких же и наказаний. С другой стороны, и сам он делался лучше, ибо трепет и страх, постоянное беспокойство и расслабление тела удерживали его, как бы какой уздою, и не позволяли ему опять впасть в другое такое же преступление. Непрестанно напоминали о прежнем грехе, и таким образом душу его делали более смиренную. Но между тем, как я говорил это, мне пришло на мысль предложить вопрос. Почему Каин, хотя исповедовал свой грех, осудил свой поступок и сказал о себе, что согрешил непростительно и совершенно не заслуживает извинения, однако же не мог очистить от греха, тогда как пророк говорит: «Скажи беззаконие твои прежде, чтобы оправдаться». Исаия 43:26. Напротив, еще осужден, потому что не сказал, как повелел пророк. Пророк сказал не просто «скажи ты беззаконие твои», но как? «Скажи прежде беззаконие твои». Главное вот в чем. Не просто сказать, но сказать первому. Не выжидать обличителя и обвинителя. А Каин не сказал первый, но выждал обличение от Бога. Да и тогда, как Бог обличал его, отрицался. Наконец и сознался в грехе уже тогда, когда дело решительно обнаружилось. А это уже не исповедь. Так и ты, возлюбленный, когда согрешишь, не выжидая обличения от другого, но прежде, нежели будешь обличен и обвинен, сам осуждай свои поступки. Потому что если уже обличит тебя другой, твоя исповедь будет не твоим делом, но плодом стороннего обличения. Вот почему и другой некто говорит: «Праведный себя самого оглагольник». Притчи 18:17. Значит, главное дело не в том, чтобы обвинять себя, но в том, чтобы обвинять себя первому, а не выжидать обличения от других. Вот и Петр, так как после тяжкого своего отречения от Христа сам тотчас вспомнил о своем грехе и исповедал свою вину без всякого обличителя и горько плакал, то омыл свое отречение так, что сделался даже первым между апостолами. И ему уверена была вся вселенная. Но надобно возвратиться к предмету. Сказанное достаточно показало нам, что падающих братьев не должно оставлять без попечения и в небрежении, что надобно и предостерегать их до греха, и много заботиться о них после греха. Так делают и врачи. И здоровым людям говорят, что может сохранить их здоровье и отогнать всякую болезнь, и не бросает пренебрегших их приказаниями и впадших в болезнь. Но тогда-то особенно и показывают великую заботливость о том, чтобы освободить их от болезни. Так поступил и Павел. Не бросил блудника после того греха, после того тяжкого беззакония, которого не обретается и между язычниками. Но и тогда, как он отвергал узду, не хотел принять врачевства, скакал и отбивался, довел его до излечения и довел так, что опять соединил с телом церкви. И не сказал сам себе, какого ожидать успеха, какого добра. Он соблудил, сделал грех и не хочет отстать от разврата, но еще надмился, гордится и делает рану неизлечимую. Так оставим его и бросим. Ничего такого не сказал. Напротив, поэтому-то самому и показал особенную заботливость, что видел его повергшимся в ужасный разврат и не переставал устрашать, грозить и наказывать, употреблять все меры и средства, и сам, и через многих других, пока не привел его к сознанию греха, к ощущению беззакония
и не очистил совершенно от всякой скверны. Так сделай и ты. Поревнуй тому евангельскому самарянину, который показал столько заботливости о раненом. Там шел мимо и левит, шел и фарисей. И ни тот, ни другой не наклонился к лежащему, но оба без жалости и сострадания оставили его и ушли. Некий же самарянин, нисколько не близкий к нему, не прошел мимо, но, остановившись над ним, сжалился и возлил на него масло и вино, посадил его на осла, привез в гостиницу и одну часть денег отдал, а другую обещал за излечение совершенно чужого ему человека. И не сказал сам себе: «Какая мне нужда заботиться об нем? Я самарянин, у меня нет ничего общего с ним. Мы вдали от города, а он не может идти. Что, если он не в состоянии будет вынести дальности пути? Мне придется привести его мертвым, могут заподозрить меня в убийстве, обвинят в смерти его. Ведь многие, когда, идя по дороге, увидят раненых и едва дышащих людей, проходят мимо не потому, чтобы им тяжело было поднять лежащих или жалко было денег, но по страху, чтобы самих их не повлекли в суд, как виновных в убийстве. Но тот добрый, человеколюбивый самарянин ничего этого не побоялся, но, пренебрегший всем, посадил раненого на осла и привез в гостиницу. Не страшился он ничего, ни опасности, ни траты денег, ни другого чего. Если же самарянин был так сострадателен и добр к незнакомому человеку, то мы чем извиним свое небрежение наших братьев, подвергшихся гораздо большему бедствию? Ведь эти христиане, постившиеся ныне, впали в руки разбойников-иудеев, которые даже свирепее всех разбойников и делают больше зла тем, кто им попался. Ни одежду они разодрали у них, ни тело изранили, как те разбойники, но изъязвили душу, и, нанесшие 1000 ран, ушли, а их оставили лежать во рве нечестия. 737, том 1. Не оставим же без внимания такое бедствие. Не пройдем без жалости мимо столь жалкого зрелища. Но хотя бы другие так сделали, ты не делай так. Не скажи сам себе: я человек мирской, имею жену и детей, это дело священников, дело монахов. Ведь самарянин тот не сказал: где теперь священники, где теперь фарисеи, где учители иудейские? Нет, он, как будто нашедший самую великую ловитву, так и схватился за добычу. И ты, когда увидишь, что кто-либо нуждается во врачевстве для тела или для души, не говори себе: почему не помог ему такой-то и такой-то? Нет. Избавь страждущего от болезни и не обвиняй других в беспечности. Если бы ты, скажи мне, нашел лежащее золото, то неужели сказал бы себе: почему такой-то и такой-то не подняли его? Напротив, не поспешишь ли унести его прежде других? Так рассуждай насчет падших братьев, и попечение о них почитай находкой сокровища, ибо если ты на падшего возльешь как бы масло, слово учительное, если обвяжешь его кротость, если исцелишь терпением, он обогатит тебя более всякого сокровища. Если извлечешь, говорит Господь, великое из ничтожного, то сделаю тебя, как мои уста. Иеремия 15:19. Что может сравниться с этим? Чего не может сделать ни пост, ни лежание на земле, ни всеночное бдение, ни другое что-либо, то делает спасение брата. Подумай, сколько раз согрешали уста твои, сколько произносили срамных слов, сколько извергли богохульств, сколько ругательств. И все это ты можешь возместить попечением о падшем, потому что одним этим добром, добрым делом, можешь очистить всю эту скверну. И что, говорю, очистить? Ты сделаешь свои уста устами Божиими. Что может сравниться с этой честью? Не я обещаю это. Сам Бог сказал, что если хоть одного кого изведешь, уста твои будут, как его уста, чисты, святы. Итак, не вознеродим о братьях. И не будем, ходя везде, говорить о том, сколь многие постились, сколь многие обольщены. Но лучше позаботимся о них. Хотя бы многие и постились, ты, возлюбленный, не разглашай и не выставляй на показ это несчастье церкви.
но постарайся исправить его. Если кто скажет, что постились многие, загради ему уста, чтобы этот слух не распространился, и скажи ему: я же никого не знаю. Ты, друг, обманулся и говоришь неправду. Увидел ты двух или трех обольстившихся и говоришь, что их много. Так и разглашателю загради уста, да и обольщенных не оставь без внимания, чтобы в церкви была великая польза, и от того, что не распространяется этот слух, и от того, что и сами увлеченные в синагоге опять приходят к священному стаду. Не будем же, ходя повсюду, разглашать, кто согрешил, но постараемся о том, как бы только нам исправить согрешающих. Дурная, истинно дурная привычка только поносить братьев, но не заботиться о них, только разглашать о страданиях больных, но не врачевать их. Искореним же, возлюбленные, эту дурную привычку, потому что она причиняет немалый вред. И вот именно как. Кто-нибудь услышал от тебя, что многие постились с иудеями, и ничего не разведав, передал эту весть другому. Тот, опять же, не разведав ничего, пересказал об этом другому. Таким образом, эта худая молва мало-помалу распространяется, и с тем вместе более и более бесславится церковь. А погибшим не бывает никакой пользы, напротив, еще бывает вред и им, и многим другим. Хотя бы их было и немного, но мы множеством рассказов умножаем их. И тех, которые еще стоят, ослабляем, а близких к падению толкаем. Брат, услышав, что многие постились, и сам будет беспечнее. Равный и слабый, услышав о том же, побежит ко множеству падших. Итак, хотя бы было и много согрешивших, не станем злорадствовать этому несчастью так, чтобы разглашать о них и говорить, что их много, но будем удерживать от этого и других, и заграждать им уста. Не говори мне, что многие постились, но исправь этих многих. Я не для того потратил столько слов, чтобы ты поносил многих, но чтобы многих-то сделал немногими, или даже этих самых немногих спас. Итак, не разглашай о грехах, но врачуй их. Разглашающие и только этим одним занятые делают то, что хоть согрешивших и немного, однако же считается много. Напротив, возбраняющие и заграждающие уста разглашателям, и притом пекущиеся о падших, хотя бы этих было и много, легко исправляет и их самих, и никому другому не дают потерпеть вред от молвы об их падении. Не слышал ли ты, что говорил Давид, оплакивая Саула? «Как пали сильные! Не возвещайте в Гефе, не поведайте на исходящих Аскалона, да не возвеселятся черри иноплеменные, да не возрадуются черри необрезанных». 2 Царств 1.19. Если же Давид не хотел, чтобы разглашалось дело явное, дабы не радовались неприятели, тем более не должно доводить об этом грехе христиан до слуха не только чужих, но даже и наших, чтобы и враги, слыша о том, не радовались, и свои, узнавая, не падали. Напротив, должно возбранять и всячески удерживать от разглашения. Не говори мне, я сказал лишь такому-то. Удержи слово у себя, потому что как ты не вытерпел смолчать, так и он не сдержит себя. 739. Говорю это не только о настоящем посте, но и о других бесчисленных грехах. Не на то только будем смотреть, многие ли увлеклись ко греху, но на то посмотрим, как бы отвести их от греха. Не станем возвышать дела врагов и унижать наши. Не будем выказывать врагов сильными, а свои дела слабыми, но поступим совершенно наоборот. Молва часто и подавляет, и возбуждает душу, внушает ревность, которой дотоле не было, и погашает ту, которая была. Поэтому убеждаю распространять ту молву, которая возвышает наши дела и придает им важность, а не ту, которая покрывает бесславием общество братьев. Таким образом, если услышим что доброе, сообщим о нем всем. А если что худое и дурное, скроем это у себя и всячески постараемся искоренить. И теперь вот обойдем везде, разведаем, посмотрим, кто пал. И хотя бы надобно было войти в дом, не поленимся. Если же падший будет тебе незнакомый и совсем чужой человек, разведай и разузнай, кто ему друг и приятель,
кому он больше всего доверяет, и, взяв этого человека, войди в дом. Не стыдись, не красней. Если бы ты пришел просить денег и получить от него какой-нибудь подарок, тогда следовало бы стыдиться. Но если ты идешь для его спасения, эта причина твоего прихода освобождает тебя от всех нареканий. Сядь же и поговори с ним, начав, впрочем, с другого чего-либо, чтобы не вдруг было приметно твое желание исправить его. Хвалишь ты, скажи мне, иудеев за то, что они распяли Христа и теперь хулят его и называют беззаконником? Конечно, он не решится, если только он христианин, хотя бы и тысячу раз иудействовал. Но решится сказать «хвалю», напротив, зажмет уши и скажет тебе «нет, друг, говори о чем-нибудь другом». Потом, как получишь его согласие, опять начни и скажи, как же ты сообщаешься с ними? Зачем участвуешь в их празднике? Зачем постишься вместе с ними? Затем осуди их нечестие, укажи все беззаконие, которое я изложил вашей любви в предшедшие дни, и которое обличается и местом, и временем, и храмом, и предсказаниями пророков. Покажи, что они напрасно и попусту все делают, никогда не получат прежнего общественного устройства, и что им не позволено совершать вне Иерусалима ничего такого. А сверх этого напомни о гиенне, о страшном судилище Господнем, о тамошних истязаниях и о том, что за все это мы дадим ответ. И отваживающихся на это ожидает немалое наказание. Напомни и о Павле, который говорит, что если законом оправдываетесь, то отпали от благодати. И опять угрожает, что если обрезываетесь, то нет вам от Христа никакой пользы. Скажи еще, что как обрезание, так и пост иудейский постящегося лишает небес, хотя бы у него была 1000 других добрых дел. Скажи, что мы для того и называемся христианами, чтобы нам повиноваться Христу, а не для того, чтобы бегать к этим врагам. Если же он укажет на какие-нибудь врачевания и скажет тебе, что иудеи обещают вылечивать, и поэтому-то он и бегает к ним, раскрой их хитрости, чары, привески, снадобья. Они не иначе вылечивают, как этим способом. Впрочем, только кажется, что вылечивают, а на самом деле и не вылечивают, совсем нет. Я пойду еще далее и скажу вот что. Если иудеи точно вылечивают, то лучше умереть, нежели прибегнуть к врагам Божьим и через них получить исцеление. Какая в самом деле польза вылечивать тело, когда гибнет душа? Какая выгода здесь на земле получить некоторое облегчение, а там быть отосланным в огонь неугасающий? А чтобы не указывали на эти исцеления, послушай, что говорит Бог. Если восстанет в тебе пророк, какой лесновидец, и даст знамение и чудеса, и придет знамение и чудо, то и скажет, пойдем послужим богам иным, то не слушай пророка того, ибо искушает Господь Бог вас. Любите ли вы Господа Бога вашего всем сердцем вашим и всей душой вашей? Второзаконие 13.1. Это значит, если какой пророк скажет, могу воскресить мертвеца или исцелить слепого, только послушайте меня и поклонимся демонам или послужим идолам. Затем, если бы даже говорящий это исцелил слепого или воскресил мертвого, не слушай его и после этого. Почему? Потому что Бог, искушая тебя, попустил ему сделать это. Не от того, чтобы сам он не знал расположение души твоей, но для того, чтобы дать тебе случай доказать, точно ли ты любишь Бога. А любящему свойство не оставлять любимого. Хотя бы старающиеся отвлечь нас от него воскрешали и мертвых. Если же Бог так говорил иудеям, тем более нам, которых он привел к высшему любомудрию, которым отворил дверь воскресения, которым повелевает не привязываться к настоящему, но все надежды устремлять к жизни будущей. 741. Но что говоришь ты? Что тебя мучит и терзает болезнь телесная? Но ты еще не потерпел сколько блаженный Иов. Не потерпел даже и малейшей части страданий его. У него после того, как вдруг погибли стада овец и волов и все прочее имущество, похищены были и все дети. И все это случилось в один день, чтобы не только свойством искушений, но и непрерывным следованием их подавить подвижника. А после всех этих потерь
он, получив неисцельные язвы на теле, видел, как из тела его выползали черви, ногой сидел на куче навозной и представлял для всех зрелище бедственности. Он, человек праведный, истинный, благочестивый, удаляющийся от всякой лукавой вещи. Но бедствия не остановились и на этом. Нет. Присовокупились болезни дневные и ночные, и мучил его какой-то странный и необыкновенный голод. «Ибо смрад, — говорил он, — падает на пищу мою». Иов 6.7. Далее ежедневное поношение, ругательство, брань, смех. «Слуги мои, — говорил он, — и сыны подложниц моих восстали на меня». Потом ужасы в сонных видениях, какое-то непрерывное волнение в мыслях. И от всех этих бедствий жена обещала ему избавление, говоря так: «Скажи некое слово Господу, похули и умри. Произнеси то есть хулу на Бога, и освободишься от тяготеющих над тобою бедствий». Что же? Этот совет поколебал ли святого мужа? Напротив, только более укрепил его, так что он еще и укорил жену свою. Он хотел лучше скорбеть, бедствовать и терпеть бесчисленные несчастья, нежели богохульством приобрести избавление от столь многих бедствий. Так и находившийся в болезни 38 лет расслабленный, ежегодно приходил к купели и всякий раз уходил, не получив исцеления. Видел ежегодно, что другие, имея много прислужников, исцелялись, а он постоянно оставался в расслаблении, за неимением кто бы помог ему. И несмотря на это, он не прибег к волшебникам, не пошел к чародеям, не навязал на себя перевязок, но ожидал помощи от Бога. Поэтому и получил, наконец, чудесное и необычайное исцеление. А Лазарь постоянно томился голодом, болезнью, одиночеством. Не 38 только лет, но целую жизнь. Так он и умер, лежа у ворот богатого, терпя презрение и насмешки, терзаемый голодом, брошенный как бы на съедение псам, потому что тело его так расслабело, что он не мог отгонять и собак, которые прибегали, лизали гной на нем. И однако он не искал волхвователя, не обвешивал себя привесками, не прибегал к волшебству, не приглашал к себе чародеев и не делал вообще чего-либо запрещенного, но решился лучше умереть в этих бедствиях, нежели хоть сколько-нибудь изменить благочестию. Чем же извинимся мы, если в то время, как эти люди терпеливо перенесли столько несчастий, мы либо из-за лихорадки, либо из-за ран бежим в синагоги, приглашаем в свои домы чародеев и волшебников? Не слышал ли ты, что говорит Писание? Чадо, если приступаешь работать Господу, то приготовь душу твою к искушению, управь сердце твое и потерпи, в болезни и бедности на него уповай. Сирахов 2.1. Если ты побьешь своего слугу, а он, получив 30 или 50 ударов, тотчас с воплем потребует освобождения, или оставит тебя, своего господина, и уйдет к другому, кому-либо из числа твоих недругов, а этим раздражить тебя, может ли он, скажи мне, получить прощение? Может ли кто заступиться за него? Никак. Почему же? Потому что господин имеет право наказывать слугу. Да и не поэтому только, но и потому, что если уже надобно было слуге прибегнуть к кому-нибудь, так не к врагам, не к ненавистникам, но к искренним друзьям господина. И ты, как видишь, что Бог наказывает тебя, прибегай не к врагам его, иудеям, чтобы не раздражить его еще более, но к друзьям его, мученикам, святым угодникам его, которые имеют к нему великое дерзновение». Но что говорить о слугах и господах? Сын не может сделать этого из-за побоев от отца и отказаться от родства с ним. Естественно, и самыми людьми установленные законы повелевают сыну благодушно переносить все. Бьет ли его отец, лишает ли стола, выгоняет ли из дому, наказывает ли каким бы то ни было образом. Если сын не покоряется и не сносит наказание, его не прощает никто. Нет. Сколько бы побитый сын ни жаловался, все говорят ему такие слова: «Тебя побил отец и господин, который властен сделать все, что ему угодно, и должно тебе все переносить с кротостью». Так слуги переносят от господ, и сыновья от отцов, часто даже и тогда, как они наказывают их несправедливо.
а ты не потерпишь наказания от Бога, который выше всех господ и любит тебя больше всех отцов, который все предпринимает и делает не по гневу, но для твоей пользы. Напротив, лишь случится какая-нибудь легкая болезнь, тотчас уклоняешься от его владычества, бежишь к демонам и спешишь в синагоги. Можешь ли получить, наконец, прощение? Как будешь в состоянии опять призвать его? Может ли кто и другой хотя бы имел дерзновение Моисеева попросить за тебя? Никто. Разве не слышишь, что Бог говорит Иеремии об иудеях? Не молись за людей сих. Если станет Моисей и Самуил, то не услышу их. Так есть грехи, которые выше всякого прощения не могут быть оставлены. Не будем же навлекать на себя столько великого гнева Божия. Притом иудеи, хотя, по-видимому, и прекращали горячку в теле своими чарами, на самом-то деле они не прекращают, зато вводят в совесть другую жесточайшую горячку, так как мысль каждый день будет уязвлять тебя, совесть мучить и говорить: «Ты поступил нечестиво, совершил беззаконие, нарушил завет со Христом, из-за легкого недуга изменил благочестие. Разве ты один подвергся этому? Не гораздо ли более тебя потерпели другие? Однако же никто из них не отважился на подобное твоему делу, а ты, слабый, изнеженный, сгубил душу свою. Как ответишь Христу, как призовешь его в молитвах? С какой совестью, наконец, войдешь в церковь? Какими глазами будешь смотреть на священника? Какой рукою прикоснешься к священной трапезе? Какими ушами станешь слушать читаемое там Писание?» 743. «Вот что будет ежедневно говорить тебе терзающая мысль и мучащая совесть. Какое же это здоровье, когда внутри у нас столько обвинителей? Но если потерпишь немного, если отвергнешь и с великим бесчестием выведешь из своего дома тех, кто захотел бы или наговорить тебе какое-либо чарование, или обвязать тело какой-либо перевязкою, сейчас получишь росу успокоения от совести. Пусть горячка жжет сколько угодно. Твоя душа доставит тебе прохладу лучше и спасительнее всякой росы, всякой влаги. Как по принятию волшебного снадобья, ты, если и выздоровеешь, будешь чувствовать себя хуже больных горячкою от мысли о грехе. Так и теперь, отверши тех нечестивцев, хоть и будешь страдать горячкой и терпеть множество бедствий, почувствуешь себя лучше всякого здорового от того, что мысль твоя будет светла, душа весела и радостна, совесть станет тебя хвалить, одобрять и говорить: «Хорошо, хорошо, друг мой, раб Христов, верный муж, подвижник благочестия, готовый лучше умереть бедственно, нежели изменять веренному тебе благочестию. В тот день суда ты станешь с мучениками». Они порешили терпеть бичевание и пытки, чтобы получить честь от Бога. И ты сегодня порешил терпеть удары и муки от горячки и ран, только бы не принять нечестивых чарований и перевязок. И питаемый этими надеждами на вечные награды, ты не будешь и чувствовать тяжких болезней. Если не унесет тебя эта горячка, то унесет, конечно, другая. Если не умрем теперь, умрем после. Тленное получили мы тело не для того, чтобы из-за его болезни увлекаться к нечестию, а для того, чтобы его болезнями утверждаться в благочестии. Самая тленность и смертность тела послужит нам, если только будем благоразумны, основанием славы и доставит в день судный великое дерзновение, и не только в тот день, но и в настоящей жизни. Ибо когда ты выгонишь волшебников из дому с великим бесчестием, все, услышав об этом, похвалят тебя, подивятся и скажут друг другу: «Такой-то в болезни и недуге, хотя некоторые просили его, убеждали и уговаривали воспользоваться какими-то волшебными снадобьями, не принял их, но сказал: лучше умереть так, чем изменить благочестию». Затем последуют многие рукоплескания от слушателей, которые все будут изумляться, прославлять Бога. А это скольких статуй будет для тебя почетнее, скольких картин славнее, какой чести знаменитее. Все и тебя похвалят, ублажат и увенчают, и сами будут лучше, поревнуют и станут подражать твоему мужеству. Если другой сделает то же, что ты, награду получишь именно ты, как сделавший почин к этой ревности.
Впрочем, последствием твоего доброго дела будут не одни только похвалы, но и самое скорое прекращение болезни, потому что и самая доблестная решимость твоя подвигнет Бога к большему благоволению. И все святые будут сорадоваться твоему усердию и из глубины сердца молиться о тебе. Если же здесь такие награды за это мужество, то подумай, сколько венцов получишь там, когда Христос в присутствии всех ангелов и архангелов придет и, взяв тебя за руку, выведет на середину того зрелища, и слух всех скажет: «Этот человек, объятый некогда огневицею, когда весьма многие убеждали его излечиться от болезни, ради моего имени и страха, чтобы не оскорбить меня как-нибудь, отверг и презрел обещавших вылечить его волшебными средствами и порешил лучше умереть от болезни, нежели изменить любви ко мне». В самом деле, если Христос выводит на средину, прославляет тех, которые напоили его, одели и напитали, тем более тех, которые ради его порешили потерпеть мучения огневицы, не все равно, дать ли хлеб и одежду или вытерпеть продолжительную болезнь. Нет, последнее гораздо труднее первого. А чем больше труд, тем блистательнее будет и венец. Об этом-то будем и сами размышлять, и здоровые, и больные, и с другими говорить. И как увидим себя когда-либо в тяжкой горячке, скажем себе вот что: а что, если бы кто взвел на нас обвинение, затем повлекли бы нас в суд, а там схватили бы, начали бить по бокам? Не пришлось ли бы нам и поневоле вытерпеть все, и притом без всякой пользы и награды? Так будем рассуждать и теперь. Будем притом представлять себе и награду за терпение, которая может ободрить и впавшую в уныние душу. Но если горячка жестока, так-то поставь с этой горячкой огонь гиенский, которого ты, наверное, избегнешь, если порешишь терпеливо вынести эту болезнь. Вспомни об апостолах, сколько они страдали. Вспомни о праведниках, как они постоянно были в скорбях. Вспомни о блаженном Тимофее. Он никогда не имел покоя от болезни, но жил в постоянном недуге. На это-то указывая, Павел и говорил: «Впредь пей немного вина ради немощи и болезней твоих частых недугов». Если же такой праведник и святой, которому верено было управление вселенною, который воскрешал мертвых, изгонял демонов и исцелял других от бесчисленных болезней, если он страдал так тяжко, то какое извинение будешь иметь ты, который в кратковременных болезнях смущаешься и ропщешь? Не слышал ли ты, как Писание говорит, что кого Господь любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает? Как многие сколько раз хотели получить мученический венец. Вот это терпение в болезни – настоящий мученический венец. Мучеником бывает не тот только, кто, получив повеление от мучителя принести жертву языческим богам, порешил лучше умереть, чем принести эту жертву. Нет, мученичество, очевидно, есть и то, когда человек вообще соблюдает ради Христа что-либо такое, чем может навлечь на себя смерть. 745. А чтобы увериться тебе, что это точно так, вспомни, как умер Иоанн Креститель, от чего и почему, и как Авель. Ни тот, ни другой из них не видел ни горящего жертвенника идольского, ни стоящего идола, и не был принуждаем принести жертву демонам. Но один усечен в главу за то только, что обличил Ирода, а другой убит за то, что принес Богу лучшую жертву, нежели брат его. Ужели же они не получили мученических венцов? Кто осмелится сказать это? Самый род смерти их может удостоверить всех, что они стоят в лике первых мучеников. Если же ты хочешь видеть и Божие о том определение, послушай, что говорит Павел. А что вещает он, то очевидно, есть вещание Духа. Думаю, говорит, и я имею Духа Божия. Что же говорит Павел? Начав с Авеля и сказав, что он принес лучшую жертву Богу, нежели Каин, и ею до ныне еще после смерти говорит, затем перешедший к пророкам, дошедший до Иоанна, и сказал: «И сии умерли от меча, другие же от иной смерти», упомянув о множестве различных смертей, Павел заключил: «Поэтому, имея такое облако свидетелей, мучеников,
свергнем с себя всякий запинающий нас грех и будем с терпением проходить прилежащее нам поприще». Видишь, что он мучениками назвал и Авеля, и Ноя, и Авраама, Исаака, и Иакова, ибо и они также умерли ради Бога, как и Павел говорит о себе, умирая на каждый день. Хотя он не умирал на самом деле, но только готовностью умереть терпел смерть. Так и ты, если отвергнешь волхвование, чары и ворожбы, и умрешь от болезни, будешь совершенный мученик. Потому что, когда обещали тебе выздоровление посредством нечестия, ты порешил лучше умереть с благочестием. Это сказано нами тем, которые хвалятся и говорят, что демоны исцеляют. А чтобы тебе увериться, что и это неправда. Послушай, что Христос говорит о дьяволе. Он есть человека-убийца от начала. Бог говорит: «Человека-убийца!» А ты бежишь как к врачу? Какой же, скажи мне, дашь ответ на обвинение в том, что обманом этих людей веришь более, нежели изречению Христа? Если Бог говорит, что дьявол – человека-убийца, а эти люди, вопреки Божьему решению, говорят, что он может врачевать болезни, и ты принимаешь их чары и волшебные лекарства, то таким поступком своим ты показываешь, что им веришь более, нежели Христу, хотя и не высказываешь этого словами. А если дьявол – человека-убийца, то, очевидно, таковы же и служители его – демоны. Это Христос показал тебе на самом деле. Когда он позволил им войти в свиное стадо, они все это стадо потопили в море. Да бы ты знал, что они тоже сделали бы и с людьми, и тотчас погубили бы их, если бы Бог позволил им. Но вот он удержал и обуздал их, и не позволил им делать что-либо такое. Это и доказали они, когда получили власть над свиньями. Ибо если они не пощадили свиней, тем более не пощадили бы нас. Итак, возлюбленный, не увлекайся их обольщениями, но будь тверд в страхе Божием. Как войдешь ты в синагогу? Если запечатлеешь лицо свое крестным знамением, тотчас убежит вся вражья сила, обитающая в синагоге. А если не запечатлеешь, то уже при самом входе ты бросишь свое оружие, и тогда дьявол, нашедший тебя беззащитным и безоружным, причинит тебе множество зла. Но к чему нам говорить об этом? Что и сам ты считаешь величайшим грехом идти в нечистое то место, синагогу, это видно из того, как ты отправляешься туда. Ты стараешься уйти туда тайно, и слугам, и друзьям, и соседям запрещаешь доносить на тебя священникам. А если кто донесет, сердишься. Как же безумно от людей стараться укрыться, а перед очами Бога Вездесущего совершать без стыда такое беззаконие. Но ты не боишься Бога? Так постыдись хоть самых иудеев. Какими глазами станешь смотреть на них? Каким языком будешь говорить с ними, когда, исповедуя себя христианином, бежишь в их синагоги и просишь у них помощи? Или не думаешь, какой они поднимают над тобой смех, какие ругательства, какое поношение, какой срам, какой позор, если и не явно, так в совести своей? 747. Можно ли, расскажи мне, терпеть, можно ли сносить это? Если бы надлежало 1000 раз умереть, если бы надлежало вытерпеть самые тяжкие страдания, не лучше ли было бы перенести все эти страдания, нежели сделаться предметом насмешек и поруганий для этих нечестивцев и жить с нечистой совестью? Говорю это не для того, чтобы вы только слушали, но чтобы врачевали болящих этим недугом. Как их укоряем мы в том, что они немощны в вере, так укоряем и вас в том, что не хотите исправлять немощных. Разве в том дело, возлюбленный, чтобы ты, вошедший сюда, выслушал поучение? Это-то и служит к осуждению, когда слушанием поучений не соединяется самое дело. Ты христианин для того, чтобы подражать Христу и повиноваться Его законам. Что же Он делал? Не сидел в Иерусалиме и не призывал больных к себе, но ходил по городам и селениям, врачуя болезни и телесные, и душевные. Мог, конечно, находясь в одном месте, привлечь к себе всех. Однако же не делал этого, подавая нам пример, как следует ходить везде и искать погибающих. На это же самое указал он и притчу о пастыре.
И этот не сел при 99 овцах и не стал выжидать, пока заблудший придет к нему. Нет, он сам пошел, нашел ее, и нашедший положил на плечи свои и принес. Не видишь ли, что и врачи поступают точно так же? Они не требуют, чтобы больные, лежащие на постелях, приносимы были в их дома, но сами приходят к ним. Так поступи и ты, возлюбленный, зная, что настоящая жизнь кратка, и что если мы здесь не соберем таких приобретений, там никак не получим спасения. Часто приобретение одной души может уничтожить бремя бесчисленных грехов и сделать это для нас выкупом в день судный. Подумай, для чего посылались так часто пророки, для чего апостолы, для чего праведники, для чего ангелы? Для чего пришел сам единородный Сын Божий? Не для того ли, чтобы спасти людей? Не для того ли, чтобы заблудших возвратить на путь? Это сделай и ты по силе своей. Покажи все старание и заботливость о возвращении заблудших на путь истины. К этому постоянно убеждаю вас в каждое собрание. И будете ли вы внимать или не будете, я не перестану говорить. Нам постановлено от Бога законом исполнять это служение. Будет ли кто слушать или не будет? Только если вы станете слушать и исполнять слова наши, мы будем делать это с великим удовольствием. Если же будете небрежны и беспечны, с великой скорбью. Ибо нам то, конечно, не будет никакого вреда от вашего непослушания, потому что мы исполнили свой долг. Однако же, хоть мы сами и безопасны, исполнив свой долг, но скорбим, что вы будете обвинены в тот день. Да, слушание поучений будет небезопасно для вас, если оно не будет сопровождаться делами. Послушай, как Христос, осуждая учителей за сокрытие слова, в то же время угрожает и поучаемым, сказав: «Надобно было отдать тебе серебро мое торгующим, и присовокупил, чтобы я, пришед, нашел его с прибылью». Этим он показал, что принявшие наставление, но выслушавшие его, это-то и есть отдача серебра, должны приносить прибыль после выслушивания. А прибыль учения состоит не в другом чем, как в делах. Итак, поскольку и мы передали серебро учения слуху вашему, то необходимо уже, чтобы вы представили Господу прибыль, то есть спасение ваших братьев. Поэтому, если вы только удержите в себе эти слова мои и не сделаете ничего сами, я боюсь, чтобы вам не быть осужденными, подобно закопавшему талант. Ибо и он связан был по рукам и ногам и выброшен во тьму кромешную за то, что не передал другим, что сам слышал. И так, чтобы и нам не подвергнуться той же участи, будем подражать получившим 5 и 2 таланта. И нужно ли будет для спасения ближнего употребить слово, или деньги, или телесный труд, или другое что-либо, не поленимся. Дабы всячески умножив данный нам от Бога талант, каждый в своей мере, могли мы услышать этот блаженный голос: «Добрый раб, благий и верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Ее-то досподобимся мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава и держава Отцу вместе со Святым Духом во веки веков. Аминь.